Мы снова на футболе. Отличные условия сегодня для проведения матча, до начала которого совсем немного осталось. В роли комментаторов сегодня все те же лица. Для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Вне сомнений, встреча в Division Rivals не оставит вас равнодушными. Вне сомнений, футбол нас ждет сегодня, что надо. Здорово, что мы снова на футболе. Я не вижу свободных мест на три. Удар нужен. Вот он, гол. Не стали откладывать и открыли счет уже в начале встречи. 1-0. Сейчас будет веселее. Здорово уходит от соперника. Но все-таки защита сильнее в этом моменте. Здорово сыграно. Удар! Хорошо разобрался в эпизоде. Ворота спас. Мяч отбил подальше. Все верно вратарь сделал. Посмотрим, что получится у команды с этим угловым. До ворот уже было недалеко, но мяч отобран. Неймар. Хороший пас. Что-то получится. Здорово перехватили мяч. Хороший прессинг. Такой пас, ну, никуда не годится. Мяч перехвачен. Рафиня. Мяч у Рональдиньо. Мяч будет введен из-за боковой. Мяч у Дани Карвахаля. И этот пас ждет Неймар. Хорошо играет вратарь и спасает свою команду. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Хорошо отдает на ход. И справляется вратарь с этим ударом. Решили разыграть мяч вместо навеса в штрафную. Перехват. Дальше мяч не пошел. Классный пас верхом. Очень хорошо отдал. Ждет он вариантов для атаки. Хорошо справился с этим ударом Тибо Куртуа. Надежный вратарь. И такие мячи ему нипочем. Руди Фёллер. Какой момент у Мбаппе! Вратарь отбивает удар. Ничего опасного, они своим шансом не воспользовались. Неймар, великолепная передача. Месси забивать должен. Руди Фёллер. Ляо. Грузит он мяч. Штрафную там Мбаппе. И мяч в сетке. Потрясающий удар. Снова равенство на табло 1-1. Карвахаль. Не получается отдать мяч точно. Перехват. Мбаппе. Есть свободное место на фланге. Неплохо по задумке, но слишком сильно вратарь заберет этот мяч. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Роналдиньо. Обыгрывает он своего соперника. Справляется вратарь, хорошо сыграл. Наката сейчас мячом. Хесус Навас. Пас не получается, перехват. Потери и у соперников мяч. Они идут вперед, и соперник не может их остановить.
Кириан Мбаппе. Теперь мяч будет у соперника. И великолепная передача Неймара. Не прошел удар, защита на месте. Тащит Тибо Куртуа. Великолепный момент был, чтобы забить недавно. А еще в это время там было фантастическое спасение вратаря. Посмотрите на счет и угадайте, кто герой эпизода. Можно забивать. Извини, что прерываю. Гол! Это Руди Феллер. Он всегда точно знает, как сыграть в подобных моментах без шансов для вратаря. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. С мячом Жоан Кардевилл. Великолепная игра в пас. Вот это да! Отлично сыграно. Руди Феллер. Соперника нет на фланге. Можно идти вперед. Арбитр назначает угловой. Играют без навеса, разыграли на коротке. Исмаэль Бен-Насер. Антонио Рюдигер с мячом. Четко работает защита, удар заблокирован. Молодец, чистая игра в отборе. Одна минута добавлена. Лионель Месси. Месси забивать должен! Супер отбор! Хорошо, мяч укрывает. Ну что же, будем считать, команды присматривались друг к другу в первом тайме, а победители определят после перерыва. Команды поменялись сторонами, и матч продолжается. Второй тайм. Поехали. Опасная передача, но и защитник не дремлет. Перехватил этот пас. Они забрали мяч и не расстаются с ним. Руди Феллер с мячом. Мбаппе. Эрнандес. Он заблокировал удар. И будет сейчас хорошая возможность увеличить отрыв в счете угловой. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Антонио Рюдигер с мячом. Прекрасная игра защитников штрафной. У Карвахаля на фланге есть свободная зона и есть пространство, где развернуться. Хорошо играет Куртуа. И есть возможность тут. Этим голом они сравнивают счет. И снова счет равный. Соперники достойны друг друга. Ляо. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Ван Дай. Шанс забить. Вратарь в игре справился с ударом. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Обороне нужно назад возвращаться. Во многом игра команд сегодня сходится. Обе стараются делать ставку на контроль мяча. Пока что с переменным успехом у них получается. Это отображается и в счете на табло. Посмотрим дальше, кто все-таки сумеет. Извини, что прерываю, вот сейчас нужно забивать. И все-таки они пропустили, бросили своего вратаря и дали соперникам пробить еще раз.
5 голов уже забито в этом матче. Счет 3-2. Здорово уходит от соперника. Мяч потерян. Ляо. Мбаппе. Какой момент у Мбаппе! Вот это вратарь! Как он спасает тут! Браво, голкипер! Просто браво! Настоящий герой в этом эпизоде! Тоже вариант. Разыграли на коротке. Пас на Руди Фёллер. Мяч в воротах! И теперь сопернику придется еще сложнее. Разница в счете стала больше. Повторяет нам угловой, который привел к голу. После такого паса сложнее было не забить. Так что без проблем мяч зашел в створ ворот. 4-2. Довольно комфортное пока преимущество. 2 гола у одной из команд. Не так просто его остановить. Потрясающий перехват. Атака была крайне опасна. Мяч потерян, теперь он у соперника. Отбор мяча на чужой половине. Реализуют ли они этот момент? Мбаппе. Фёллер. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Атака в хорошем темпе. Мяч все ближе к воротам. Неймар. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Не получилось сохранить у себя мяч. Вот это момент у него! И как играет Тибо Куртуа сейчас? Невероятная реакция. Тащит он удар с очень близкого расстояния. Замена будет. Пора новые силы вводить на поле. Четко и надежно сыграно. Выносит он мяч из штрафной. Ох, как хорошо. Ван Дайк играет на перехвате. Руди Фёллер с мячом. Бей! Отыгрываться нужно! И забивают они. И есть еще время. Можно попытаться свести матч к ничейному результату. Ну что, сколько сегодня еще будет голов? Я думаю, что примерно 15, а может быть 18. Отлично играет в отборе. Лука Модрич. Можно забивать тут. Какой опасный момент. Очень надежно и уверенно играет голкипер. И разрыв в счете остается минимальным. Шансы на ничью еще остаются. Хесус Навас. Он четко играет в своей штрафной. Чистый отбор. 85-я минута матча идет. А вот и подходящий момент, чтобы отыграться. Плохой пас, мяч перехвачен. Уже скоро финальный свисток. Хозяева ведут в счете. В ближайшие минуты увидим, получится у них сохранить преимущество или нет. Счет на табло говорит сам за себя. Команда отодвинули игру в обороне на второй план, поэтому и на последних минутах все может измениться. Каждый будет стараться подловить соперника на контратаке или заработать стандарт, с которого можно и сравнять счет, или увеличить преимущество. Хорошо сейчас работает с мячом команда. Такой маленький офсайд, но судья уверенно поднял флажок. Финальный свисток раздается, и он фиксирует победу хозяев в этом матче.